Встать на лыжи. Лучшего способа попрощаться с летом придумать, пожалуй, сложно. Семье Рудаковых это удалось особенно хорошо. Они приехали на соревнования из Сочи, подготовились серьезно, даже придумали свою фирменную кричалку. Мы отличная команда, называемся мы банда. Ни шагу назад, ни шагу вперед, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Ура! Рудаковы победят! Мы первый раз участвуем в этом соревновании. Очень у нас крепкий, здоровый командный дух. Надеемся победить. Сколько у нас детей? Скажи. Детей у нас трое. Покажите нас, детей, можно? Но на этом мы не остановимся. Внимание! Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. По традиции самого спортивного курорта с летом прощаются активно. Для семей проходит эстафета «Папа-мама, я спортивная семья». На спортивный лад участников состязаний настроили гимнастки школы Олимпийского резерва. А в середине спортивного праздника гостей и участников ждал сюрприз. На огонек пожаловали звезды Алексей Ягудин и Светлана Светикова. Они показали мастер-класс по прохождению дистанции и зарядили сочинцев энергией большого спорта. За прыжками на скакалке, метанием тарелок и колец, бегом и хождением на лыжах время пролетело незаметно. Это в последний день лета, своеобразный, подводим итог летней нашей, один из итогов нашей летней кампании по привлечению жителей, в первую очередь детей города нашего замечательного, к спорту. Сергей Пелосян приводит официальную статистику. 5 лет назад спортом занимались только 10% сочинцев. Сейчас эта цифра близка к 50%. И прогнозы оптимистичны. Через 5 лет охват должен стать 100%. На курорте практически каждый месяц открываются спортивные секции. Все лето проработали уличные спортивные площадки в каждом районе города. Когда все 5 этапов остались позади, подвели итоги. Лучшими стали 3 семьи – Санины, Захаровы и Епимаховы. Победители получили памятные кубки, медали и призы от спонсоров. После покорения спортивных вершин, пусть даже любительских, все участники покорили другую вершину – горную. И там на высоте пожелали друг другу новых спортивных побед.